В Дагестане почтили память героя России, офицера Росгвардии Магомеда Нурбагандова. Все прошло в Махачкале перед главным зданием вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии. Участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске, установленной на фасаде здания, и почтили память героя России минутой молчания. В этот же день в Махачкале прошла ежегодная патриотическая акция «Работайте, братья». Росгвардейцы вместе с юнармейцами наклеили стикеры с последними словами героя на служебные и гражданские автомобили. Напомню, лейтенант полиции Магомед Нурбагандов погиб 10 июля 2016 года. Его последние слова «Работайте, братья», сказанные перед чудовищным убийством, стали девизом для военнослужащих Росгвардии.